Вітаю! В ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про реформу децентралізації в Україні, а також про процес підготовки до змін Конституції в частині децентралізації. В нашій студії адвокат, експерт з місцевого самоврядування, почесний директор громадської організації «Інститут реформ та інновацій» Станіслав Абрамов. Вітаю вас! Здравствуйте! Станіслав Абрамов – адвокат, експерт з місцевого самоврядування, почесний директор ГО «Інститут реформ та інновацій». Закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство. Одружений, улюблена страва – топтанка. Хобі – мотоцикл, суддівство з американського футболу. Станіславе, доброго дня. Ще раз вас вітаю. Тож, перше запитання. Планувалося, що реформа децентралізації вже завершиться у цьому році, в 2020-му, в кінці року, проведенням восени місцевих виборів на новій територіальній основі громад. В Дніпрі вже пройшли громадські обговорення. І, можливо, ви детальніше розкажете, які етапи цієї реформи в цьому році планується відбутися і яка ситуація на сьогодні? Да, здравствуйте. Действительно, был утвержден календарный план, по которому все этапы, начиная с местных обсуждений, обговорений и заканчивая уже непосредственно принятием изменений в первом и втором чтении в Конституцию, были прописаны со своими дедлайнами и со своими этапами. Мы сейчас окончили этап обсуждения на местах, то есть во всех областных территориальных центрах, во всех городах областей съезжали делегаты с соседних регионов, определено было, где именно и как проходит. Проходили обсуждения. Если мне не изменяет память, только одно обсуждение было отсрочено. Дальше в каждом регионе были выбраны по 6 делегатов, которые делегировались в Киев для презентации результатов, наработок в регионах и, соответственно, отстаивания позиций, нахождения консенсуса для выдвижения этих материалов всех собранных как раз для народных депутатов, для их дальнейшего обсуждения в комитетах, подкомитетах и принятия это уже как готового документа в Верховній Раді. Який будуть розглядати в Верховній Раді і приймати вже цю Конституцію, змінену саме в Верховній Раді. Так, все правильно. Скажіть, будь ласка, у Дніпрі відбулися ці обговорення змін до Конституції. Це було 4 березня, наскільки я знаю. І взагалі, як вони пройшли? Чи ви задоволені процесом? Чи взагалі зібрали людей туди? Чи долучились громадяни наші і наскільки добре долучились? В Днепре, как и в других регионах, проходили обсуждения сразу 3 областей. То есть к нам в Днепр приехали представители Запорожской и Кіровоградської областей. На обсуждение были приглашены на самом деле практически все стейкхолдеры, которые заинтересованы в этом процессе. Это были и представители органов местного самоуправления, представители громад, это были и председатели громад, причем в достаточно значительном количестве они были. Это были представители облгосадминистрации и районных государственных администраций, причем головы райдержадминистрации приезжали тоже в значительном количестве. Это были, так скажем, научные товарищества наши и представители общественного сектора, то есть громадскость, тоже было представлено. Поэтому с учетом того, что и представители органов местного самоуправления как раз по одному из вышеперечисленных направлений, да, то есть вот от каждого из сегментов был отобран один представитель путем открытого голосования. Представителей людей было более 50 человек от региона. То есть достаточно большая выборка, и причем в процессе обсуждения был услышан каждый. Мы не отбрасывали ни одного мнения, которое было озвучено. Это все записывалось. И дальше структурировали, мы уже это дело передавали в Киев. Они это все дело оцифровывали, структурировали в текст. Это есть в открытом доступе. По каждому региону, по нашему в том числе, мы перепроверяли. Действительно, ни одна мысль потеряна не была. Тобто є певні пропозиції від нашого регіону, які ви як делегат, я так розумію, всі зібрали в окремий документ і, мабуть, ще наступний етап буде, так, але зараз він відкладається, це представити ці, я так розумію, ці наработки, які у вас є, вже в Києві на загальних обговореннях, так? Да, все правильно. На общем обсуждении, которое должно было состояться в Киеве, ну, ввиду определенных обстоятельств, было перенесено. На нем как раз мы должны были презентовать, но мы уже презентуем единую позицию региона. Вот все вот эти наработки – это как позиция региона. Мы обсуждали с коллегами из Запорожской, Кіровоградской области, и у нас много в чем позиции сходятся. Поэтому я думаю, что большинство вопросов, которые обсуждались в Киеве, они найдут общую поддержку. Ну, в частности, мы можем взять это все-таки двухуровневую систему местного самоуправления, когда это есть громады и когда это есть областной совет. То есть в большинстве сошлись о том, что трехуровневые, когда есть районные рады, только не районные в городах, а районные советы, когда они высыпаются из этой системы, их выбрасывают. Почему? Объясняю. Потому что все громады говорят об одном факторе важном – это финансирование их деньгами. То есть любой районный уровень – это финансирование деньгами громад. В этом не заинтересована ни одна громада. Это содержание аппарата, содержание штата и содержание самих по себе представителей. Плюс их время и так далее. Поэтому это нецелесообразно. А вот уровень области, он как раз и охватывает все межгромадные взаимоотношения. Когда есть, допустим, вопрос одного муниципального заведения, больницы, которое будет охватывать несколько громад. Поэтому это на уровне области может спокойно решаться. И здесь громады согласны с тем, что эти проблемы есть, их надо решать, но для этого районный уровень создавать не обязательно. Поэтому вот в большинстве поддерживают все-таки ситуацию с двухуровневой системой. То есть эта система будет эффективнее и не будет відтоку финансов на розвиток ще районного? Все правильно. Зрозуміло. Добре. А наскільки я знаю, що ви є експертом з місцевого самоврядування, так? Да. І ви, мабуть, маєте свої ідеї щодо впровадження цієї реформи, так і щодо змін в Конституції та саме в частині децентралізації. Розкажіть про ваші ідеї. На самом деле, мои идеи в большинстве нашли очень сильную поддержку, и в том числе, наверное, благодаря им я был избран делегатом от общественности, да, от сегмента общественности. Вот. Но в том числе и нашли поддержку эти идеи от представителей рай- и облгосадминистрации, да, ну, соответственно, от президентской вертикали. И громады говорят о том, что это логично. Опять-таки, некоторые моменты расходятся, да, в громадах особенно. Я сейчас объясню, в чем смысл. Одной из идей, которую я закладывал, среди прочего, это идея отсутствия коллегиального исполнительного органа в местных советах. Объясню. У нас есть орган местного самоуправления, он избирательный, то есть рада, міська рада, там, сільська селищна рада, совет. Совет – это представительский орган, куда путем открытого голосования избираются делегаты, они уже в интересах громады соответствующие принимают определенные решения. Есть исполнительный орган, так называемый исполком. На данный момент исполком существует, и он зафиксирован законом о местном самоуправлении, то есть не Конституцией, он описан как коллегиальный исполнительный орган. То есть туда входит определенное количество людей, причем это не избираемые должности, это не назначаемые должности. По должности туда входит только секретарь городского совета и городской голова. Два человека, которые уходят обязательно по должности в исполком. Остальные люди могут быть кто угодно. То есть нет абсолютно никакого критерия. Может быть добавлен туда и управляющий делами, соответственно, совета. Поэтому параллельно с этим существуют и исполнительные органы, департаменты, управления, которые занимаются каждым своим направлением. Гуманитарной политики, транспорта, связи и так далее и тому подобное. Благоустройство. У каждого из исполнительных органов есть свой руководитель, то есть директор управления, или там, начальник управления, или директор департамента, начальник соответствующего управления департамента. Эти люди выполняют управленческую должность, и они имеют право, соответственно, там подписи. Неважно, с созданием юридического лица или без, существует этот департамент. Но этот орган, принимая определенные решения, эти решения подписываются руководителем этого органа. Когда существует исполнительный комитет, как коллегиальный орган, тогда получается система распорошения ответственности. То есть, если это единоначальный орган, ответственность понятная. Если это коллегиальный орган, ответственность распорашивается. То есть, невозможно привлечь к ответственности за то или иное законное или незаконное действие, решение принятое. Да? Поэтому, когда в Конституции закрепляется принцип, что и существует у громад виконавчі органи, исполнительные органы, и исполнительный орган не может быть коллегиальным, таким самым образом мы фиксируем в Конституции именно вопрос ответственности. И вот этот момент был, он практически не вызвал дискуссии, он был максимально поддержан. За единственным исключением мы понимаем, что в этом не заинтересованы лоббисты определенных вопросов, скажем так, которые находятся сейчас в управлении. Однако в большинстве, в чем логика была существования коллегиального органа исполнительного? В том, что он собирается в межсессионный период. То есть пока депутаты не собираются, собирается исполнительный орган для оперативного принятия решения. Но когда в 2011 году был принят закон о доступе к публичной информации, который обязал все решения как исполкома, как и городского совета публиковать за 20 рабочих дней до его рассмотрения, фактически вопрос оперативности ушел на второй план. Потому что и для тех условия одинаковые. Поэтому собрать чаще, чем раз в месяц, два, допустим, раза в месяц совет, особенно когда это 22 депутата или 23 депутата в громаде, не представляется такой большой сложностью в сравнении с тем ущербом, который может нанести, собственно говоря, безответственный коллегиальный исполнительный орган. Так, це оптимізація, так би мовити, йде також. Конечно. Добре. А скажіть, будь ласка, от саме на обговореннях у Дніпрі створювались робочі групи, так, які обговорювали в цих робочих групах питання і потім виносили їх на загальне спілкування. Да. Які ще ідеї, можливо, були у робочих групах, які прийнялися і будуть направлені вже до Києва? Понятно. На самом деле идей таких было очень большое количество, начиная от вопроса префектории, в каком виде он должен существовать, институт префекта, заканчивая вопросами финансирования громад и распределением, что самое интересное, это очень дискуссионный вопрос был, и нашли общее понимание именно в нашем регионе, в том числе и Запорожский регион с нами был солидарен, это вопрос распределения полномочий между государством и громадами. Существует некий такой постулат, что, основанный на конвенции, о том, что громады имеют все права, которые законом не выделены для государства. И все полномочия, соответственно, имеют. Опять-таки, если прислушиваться к специалистам и экспертам, которые декларируют именно этот принцип, мы стыкаемся с сложностью ввиду того, что закон – это 226 депутатов на данный момент. То есть изменения в закон принять и вычленить ситуационно у громад определенные полномочия передать их государству, в том числе и финансирование забрать, это намного проще, чем внести изменения в Конституцию. Поэтому было принято решение о том, что базовый объем прав громад, он должен быть закреплен в Конституции как неотъемлемый. Или как минимум как тот, который подлежит изменению в Конституцию для его изменения. Вот это было очень такой трепещущий момент, потому что громада беспокоится о том, как принимаются законы. Мы понимаем, это 226 голосов, это монобольшинство, ее внесли изменения. Если это изменение в Конституцию, извините, это полная процедура, в том числе и обсуждение и так далее и тому подобное. Я не думаю, что громады так легко будут поступать своими правами, да? То есть так легко их отдавать. Поэтому и в процессе обсуждения тоже вызовет определенные дискуссии. Институт префекта вызвал тоже очень жесткие обсуждения, причем если изначально в законопроекте, который был подан президентом Украины об изменении в Конституцию, речь шла о институте префекта как институте, который имеет функцию первентивную, имеет функцию остановки решений, действия решения органов местного самоуправления, и после этого обращения в суд, то мы понимаем, что это фактически вмешательство в деятельность громады. Такой инструмент существовал ранее у прокуратуры, когда был общий надзор, они имели право останавливать решения и передавать материалы, соответственно, на рассмотрение в суд. Но так как мы этот этап в своей жизни Украины уже пережили, мы отошли от него именно потому, что были определенные злоупотребления, возврат сейчас к этому вызывает не просто живая дискуссия, не просто жесткое обсуждение, а именно скорее критику. Поэтому в большинстве мы сошлись к позиции, именно по Днепропетровскому региону, что у префекта остается полномочия обращаться в суд с обжалованием. Однако, параллельно с этим мы должны понимать, что должны вноситься в пакет законов, изменения в законодательство, которые предусматривают отсутствие судебного сбора за подачу исковых заявлений префектам. Потому что если только мы упираемся в то, что остается судебный сбор, а у него нет финансирования, это орган, который ничего сделать не может. Дальше. Изменения в КАСУ, Кодекс административного судопроизводства, который предусматривает сроки рассмотрение таких жалоб. Это мы сошлись все и с экспертами из Киева разговаривали. Это 2 недели, 14 дней. Этого достаточно, чтобы рассмотреть как самый короткий, то есть самый простой вопрос, так и вопрос с истребованием, когда идет нарушение процедуры. Тому що якщо більше часу буде, то тоді вже буде неактуально, мабуть, розгляд багатьох питань. Абсолютно правильно. Ми получим ту ситуацію, яку маємо зараз, коли 2-2,5 года рассматривается, обжалуется вопрос о изменении тарифов на проезд в городе Днепре. Через 2 года это решение принимается, а тариф уже повышен 2-й раз. И мы или даже 3-й раз, все правильно. И мы вынуждены опять обращаться, опять ждать и ухвалы про зупинення виконання рішення, восстановление, исполнение решения. Она не принимается судами. Опять-таки, этот как раз момент остановки решения, в исполнении решения. В случае, если это идет на 2 недели, это не настолько критично. Опять-таки, если это вопрос не касается бюджета, допустим, или каких-то особенных моментов, это можно все прописать процедурно в законе. Но все-таки больше мы сошлись к мнению о том, что за 2 недели обжаловать решение и остановить его действие, это фактически, за 2 недели фактически исполнить какое-либо решение сессии достаточно проблематично. То есть не успеют даже деньги освоить или тендер провести, или через Прозорро провести эту всю процедуру по закупке. Поэтому 2 недель достаточно. И апелляционный срок, соответственно, тоже уменьшается до 1 недели с момента обжалования. Поэтому этот комплекс весь, в том числе с ликвидацией права на остановку действия решения, такой комплекс, он по меркам Днепропетровского региона, он был причислен к лику самых оправданных, и допустимых, соответственно. Зрозуміло. Але ж, як ви гадаєте, зараз наша країна і не одна наша країна знаходиться в пандемії коронавірусу. І взагалі яка ситуація? Чи буде відкладено, звісно, вже переносяться строки обговорення у Києві з залученням делегатів, таких як ви, з усіх областей, обговорення змін до Конституції в частині децентралізації. Як гадаєте, що буде відбуватись далі? І на що вплине пандемія коронавірусу? В любом случае мы уже видим, что как сроки, так и наши, собственно говоря, поездка в Киев, она уже была отсрочена до неопределенного пока что времени, но как минимум не раньше, чем окончится срок карантина. На данный момент это начало апреля, дальше может быть еще продлен, может не продлен, может даст Бог все выздоровеет или найдется средство, которое позволит сократить срок карантина, так или иначе, как минимум на срок карантина эти процессы все отодвинуты. Однако не останавливает это работу киевских коллег по данному направлению, по систематизации, обработке этих всех именно наших идей и наработок. И, соответственно, презентация в таком приемлемом виде. Но общий съезд и общее обсуждение этого процесса, это, конечно, отсрачивает. А чи взагалі він відбудеться? Не буде так, що Київ вирішить, що не треба залучати вже делегатів і не треба вже обговорювати, а взагалі приймати в себе рішення без делегатів? Понимаете, мы не единожды видели, когда Киев принимает на себя облик Ватикана и единолично принимает решение, которое всей Украине должно быть приемлемо. Да? Ну, это не всегда так. Однако мы все-таки надеемся на то, что такого не произойдет, хотя... Чи зараз є якась комунікація? От ви вже відправили, так, свої правки до Конституції, свої ідеї, свої зауваження. І чи є якась комунікація, чи є якась зворотня відповідь від Києва? У нас есть постоянный прямой диалог с представителями как раз рабочих групп. Да? У нас здесь по региону у нас есть контакт, одна рабочая группа. У нас есть контакт с киевскими коллегами, которые этот процесс весь двигают. В связи с тем, что был объявлен карантин, мы, естественно, получали уведомление о том, что мы отсрочиваем поездку в Киев. Вот, термином пока неизвестным. Опять-таки, но обратная связь у нас с ними всегда поддерживается. Если есть какие-то изменения, нам наши наработки оцифрованные прислали. У нас те правки, которые были озвучены и оговорены, нам тоже их прислали. Мы с ними ознакомились, ну, как бы базово особо изменений никаких мы не увидели, ну, есть некая систематизация всей деятельности по регионам. Поэтому обратная связь пока поддерживается, будет ли это как-то влиять на конечный результат, мы будем смотреть, соответственно, и презентация в Киеве наработок регионов, она тоже должна произойти. С учетом карантина, если этот процесс отсрочится по времени, я не думаю, что это станет где-то критичным, потому что даже там на 3 недели или на 1,5 месяца позднее это обсуждение можно все равно провести, правки взять даже вплоть до после принятия в первом чтении проекта, то есть эти же правки, которые были выдвинуты на обсуждениях, да, они... Вообще можете подать позднее. Конечно, они сами же даже народные депутаты в своих комитетах, они могут их подать, изменить, вот, услышать, как говорится, голос народа и унести это все. Поэтому этот процесс все равно будет продолжаться. Я надеюсь, что его успеют к сентябрю месяцу, то есть к той вот, к тому... Сроку, до того срока. Да, скорее всего, да, до начала сентября, чтобы это успеть сделать, принять все соответствующие законы и во втором чтении проголосовать уже 300 и более голосами народных депутатов и, соответственно, принять эти изменения в Конституцию. Потому как приблизительно в сентябре начинается срок, который называется избирательный период. Соответственно, до начала выборов должен быть пакетно принят и изменения, соответствующие в избирательный кодекс, потому как он до сих пор предусматривает, если будет двухуровневая система, соответственно, в избирательном кодексе тоже будут определенные правки, вот, в каком виде это будет принято. Поэтому я думаю, что это турборежим, летом мы его тоже будем наблюдать, однако связанный с подгонкой нормативных документов под принятие изменений в Конституцию. Пакетно это будет хорошо, мы будем понимать, что там, в августе, да, мы уже имеем на руках готовые тексты, ну, на руках в публичном доступе, да, в цифре, и, соответственно, мы понимаем, с чем мы сталкиваемся, как проходят выборы, какая система, есть ли изменения в избирательные кодексы, есть ли изменения там, касательно проведения выборов местных, требования к партиям и так далее и тому подобное. И точно так же мы понимаем, какие громады, какие промежуточные, есть ли они районы, есть ли они, какое административное устройство, то есть закреплено это громада, или это все-таки закреплено, ну, именно административное распределение. Это вот мы будем все смотреть. Тут очень много питань. Громадное. Особенно... Будем сподеваться, что они все... Особенно животрепещущий вопрос касательно финансов под все полномочия. Это у громад вопросы. То есть все ли полномочия, которые им будут делегированы ввиду децентрализации, будут ли они подкреплены финансово? Потому что передать полномочия одно дело, а искать под это ресурсы. И если передаются полномочия без подкрепления ресурсов, ну, как бы громады это берут на свои плечи. А у нас бюджетный кодекс и, собственно говоря, остальное законодательство лимитирует вопросы получения доходов самими громадами, не доходов, а средств, да, для их существования. И здесь есть иное количество пока еще нерешенных вопросов. Но я думаю, что и благодаря обсуждениям, и благодаря там, плодотворной деятельности наших представителей в Верховном Совете мы ответы на эти вопросы увидим в ближайшее время. Так, будемо сподіватись. А скажіть, будь ласка, от скільки саме делегатів відібрали від Дніпропетровського регіону? Шесть делегатов. 6 человек. По 1 представитель от общественности, 1 представитель... Вы есть представником от громадскости. Да, от общественности. 1 представитель от Ассоциации городов Украины регионального, 1 представитель от Ассоциации местного самоуправления, тоже регионального, 1 представитель облгосадминистрации и госадминистрации. Там по выбору у нас был представитель от ОДА... И я не помню еще 2 представителя, но это надо смотреть. Також 2 представники від... Але скажіть, будь ласка, от ви делегати, так, вас обрали на цьому заході. Ви зараз чи підтримуєте спілкування? Между собой? Так, между собой. Объединили мы в 1 телеграм-канал по поездке, и отдельно у нас есть у всех между собой контакты. Мы прям там на рабочей группе записали все контакты, все друг друга сфотографировали этот единый лист, обменялись полностью данными. И у нас сейчас есть коммуникация с разными людьми по разным вопросам, в том числе и поэтому, то есть продолжаем еще некое обсуждение. Тобто зараз продовжується обговорення вже уже наработанных моментов, однако мы не вносим туда коррективы, естественно, просто друг для друга растолковываем определенные моменты, я бы так сказал. Зрозуміло. Дякую вам дуже за цікаву розповідь. Бажаю вам успіхів і вам, як делегату від нашої області, щоб все вдалося. І нагадаю, що в нашій студії був адвокат, експерт з місцевого самоврядування, почесний директор громадської організації «Інститут реформ та інновацій» Станіслав Абрамов. А говорили ми про реформу децентралізації та процес підготовки до змін Конституції в частині децентралізації. На все добре.